Завершился матч регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Санкт-Петербургский «Зенит» на своей площадке разгромил казахстанскую «Астану». Счет 99-72. Отмечу, первая половина матча прошла на равных, а третью четверть подопечные Василия Карасева выиграли с разницей плюс 19, обеспечив себе победу. Самым результативным игроком стал защитник «Зенита» Артем Вихров, набравший 22 очка. Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга идет на пятом месте сводной таблицы регулярки, «Астана» шестая.